Я хотел бы сегодня в этот комментарий организаторов, потому что второй раз на протяжении последних 5 лет мы встречаемся в Суздале, и вот эта встреча посвящена вопросам развития автоизма, храбрина. И эти встречи носят международный характер, инициируются федеральным агентством туризма. Тем самым мы видим поддержку и внимание со стороны исполнительной власти к этой проблеме. И сегодняшнее мое выступление, оно, как мне кажется, будет немножко выступлением связанным с воспоминаниями того периода, когда мы здесь встречались в первый раз, в 2016 году, потому что 2016 год вот очень важный для развития автомобильного туризма в Российской Федерации. Именно в этот момент мы с вами, во-первых, стали действительно у основания, у создания, я сказала, рабочей группы по туризму. Это была инициатива официального агентства по туризму. И в рамках деятельности этой рабочей группы совместно с представителями бизнеса, профессиональными сообществами, лидерами, были предприняты первые попытки по созданию проекта концепции развития туризма в Российской Федерации. Я сегодня хотел бы посмотреть уже, может быть, со стороны внешней, со стороны экспертов, со стороны специалистов в сфере туризма, что же у нас произошло за этот период и какие вещи у нас стали еще более актуальны по сравнению с 2016 годом. Поэтому, с вашего разрешения, я когда приступлю к презентации, я так понимаю, что меня видно, слышно. Я назвала сюда то, что туризм в России вызвал эксперимент. И действительно, мы с вами говорим о том, что туризм объединяет различные виды туристской деятельности. И то, что является основным, это вид транспорта. Вид транспорта, который полностью соответствует тем потребностям, тем сдвигам в нашем обществе, мотивации наших туристов. Потому что, с одной стороны, мы хотим с вами активно перемещаться, мы хотим с вами быть очень персонализированными, сами выбирать маршрут, в большей степени посещать те места, которые еще не совсем активно вовлечены в туристское освоение. И вот это все действительно дает автотуризм. И на сегодняшний день мы наблюдаем рост автотуризма в России, в мире. И большая статистика, которая говорит о росте автопутешествий, такой крупной державе, державе, которая популярна автотуристическими перемещениями, автотуризмом, Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний момент больше 60% всех путешествий так или иначе связано с автопутешествием. Происходит на автомобилях, на кровати. И что же влечет людей, когда они отправляются в поездку? И многие скажут, и это действительно такое расхожее мнение, что автотуризм, кроме своей мобильности, очень привлекательный еще экономизм. Вот эта экономическая составляющая, которая особенно сейчас, в сложное время, позволяет нам с вами сэкономить и на транспорте, и на размещении, очень часто является определяющей. Но так ли это? Я хочу, чтобы мы с вами обратились к тем статистическим данным, которые указаны на слайде внизу. И эти данные я получила благодаря исследованию, которое проводила компания Rockefeller, буквально за период 2019-2020 года. И обратите внимание, что оказывается, только 25% тех лиц, которые отправляются в автомобильное путешествие, преследуют цель экономии. Экономия не может быть. А на самом деле, для большинства автотуризм – это образ жизни, это тот уникальный опыт, который они получают. И это, еще раз повторяю, возможность импровизации, возможность создать свой собственный маршрут и даже от него отклониться. Какие же сподвигы вызвало время? И сегодня, когда мы с вами живем в эпоху очень сложной санитарно-экологической ситуации, некоторые направления туризма, они действительно показали свою устойчивость даже с этим фактором внешней среды. И вот автотуризм относится к таким нишевым направлениям туризма, пока еще нишевым, но я считаю, что за ним действительно большое будущее, которые выстрелили, которые действительно
показали, что они соответствуют тем требованиям, которые сейчас предъявляет общество, организаторы, участники этих путешествий к факторам, которые сопровождают путешествия на автомобиле. Это определенная и индивидуальность, и разобщенность, и вот эти вот социальные дистанции, которые мы вынуждены соблюдать. И действительно, как бы сегодня автотуризм, он еще раз повторял, показал свою устойчивость даже к таким глобальным санитарно-физиологическим явлениям. И на сегодняшний момент, по дату 2019 года, мы действительно отмечаем рост автотуризма. Конечно, это не те показатели, к которым мы хотели стремиться, и мы с вами знаем, эта статистика достаточно известная о том, что Германия посещает ежегодно свыше 5 миллионов автотуристов, автолюбителей. Конечно, эти цифры у нас только впереди. Но мы видим, как ежегодно растет количество людей, которые вовлечены в этот процесс. И что же считают наши граждане, наши туристы, являются основными, можно сказать, уровнем в развитии автотуризма как глобального туристского явления. И, конечно, мы говорим о специализированной автотуристской инфраструктуре. Что это? Это дороги и инфраструктура придорожная. Мне бы остановилось свой взгляд на двух позициях, да, которые указаны на этом слайде. Это нормативно-правовой базе и, соответственно, безопасность путешествий. Безопасность – ключевой фактор, который определяет путешествия вообще, а путешествия на автомобиле тем более. Это достаточно высокий травматичный вид отдыха, травматичный вид перемещения. Но при этом мы с вами должны понимать, что автопутешественники, они должны где-то останавливаться. И их стоянки должны быть безопасны. Безопасными с точки зрения природы, безопасными с точки зрения контакты с местными жителями, которые не всегда лояльны как туристам и так далее. Поэтому вопросы, связанные с нормативно-правовыми аспектами деятельности и организации автотуристских поездок, размещением автостоянок в соответствии с действующими нормативными актами, вот это, мне кажется, на сегодняшний день является крайне важным. Если Ростуризм действительно большое внимание уделяет сегодня развитию вот этих направлений, таких как автотуризм, то, конечно, видимо, недалеко за горами мы с вами столкнемся с тем, что будут разработаны дорожные карты и другие уже программные документы, которые нам дадут возможность уже большее пространство Российской Федерации вовлечь в процесс автотуризма. Сложились уже предпосылки для того, чтобы действительно мы говорили о том, что есть основания для того, чтобы автотуризм показал значительный рост. И эти предпосылки связаны с обеспеченностью автомобилями наших жителей, с протяженностью дорог, наличием скоростных дорог и так далее. Но что еще очень важно, это те достижения, которые были сделаны в нашей стране благодаря в том числе реализация многих программ. И я сейчас хотела бы обратить ваш взор на вот этот слайд, который демонстрирует, сколько у нас в результате реализации уже федеральной программы развития внутреннего туризма в Российской Федерации было создано автотуристских классов. И мой личный опыт посещения автотуристского класса «Альянта» действительно свидетельствует о том, что это очень эффективные ворота в Российской Федерации, ворота, которые дали возможность нашим гостям посетить и приграничные территории, и, собственно, отправиться в другую страну. Но плюс к этому, автотуризм сегодня, он действительно, как бы красной нитью уже виден в ряде тех стратегических документов, программ и документов, которые у нас приняты и принимаются. И буквально недавно мне было очень приятно тоже видеть о том, что автотуризм, он существует, включен, отмечен и в национальном проекте по развитию туризма и гостеприимства. И возвращаясь к 2016 году, когда был предложен по инициативе Движения туризма проект концепции развития автотуризма в Российской Федерации, я хотела бы еще раз обратить на те задачи, которые ставились тогда, и как мне видится, эти задачи, они более чем актуальны и сегодня. А задачи, которые решал концепция, можно как бы разбить на три сферы.
сферу экономическую, социальную и экологическую. И, соответственно, экономическая сфера, она достаточно понятна, очевидно, связана с теми полосными поступлениями, которые будут идти в бюджеты и регионов, и муниципалитетов, соответственно, Российской Федерации от развития автотуризма. Но плюс к этому, это экономическая эффективность и использование охраны туристов и культурных ресурсов. Потому что сегодня, когда процесс только начинает активно развиваться, и когда для кэмп-стоянок, кэмпингов, лэмпингов не всегда выбираются сферы территории, которые действительно, и с точки зрения нормы права, и с точки зрения своего ресурсного потенциала, пригодны для приема автотуристов, вот эти вот вопросы стоит, наверное, регулировать, потому что именно регулирование формирования то есть мест отдыха на наш путешественник на автомобиле приведет как раз к сохранению биоразнообразия и тех ресурсов, которые мы должны оставить и нашим потомкам. То есть будут выполняться те принципы устойчивого развития, о которых говорит и Всемирная туристская организация, и которым стараемся придерживаться мы. Но помимо этого, естественно, те задачи, которые можно решить автотуризм, это и социальные задачи, и, соответственно, еще раз повторяю, это экологические задачи, которые очень важны на сегодняшний момент. И мне кажется, что сегодня, когда буквально недавно завершен был процесс отбора проектов со стороны уже представителей бизнеса по развитию туризма в целом на своей территории, по приобретению оборудования и Ростуризма действительно впервые оказал реальную поддержку, больше миллиарда выделено было на поддержку на субсидии вот этих проектов, следует, мне кажется, уже и на уровне Ростуризма и на уровне региональных туристских администраций при поддержке проекта, да, которые, дай бог, в следующем году будут получать поддержку со стороны Ростуризма и дополнительное финансирование, особое внимание все-таки взять тем проектам, которые дадут нам именно поощрение от своей территории. Национальные проекты, которые я сегодня уже упоминала, сквозной нитью показывают, что сегодня от развития туризма в рамках таких точечных, локальных центров мы должны перейти к развитию туризма на территории в целом. И вот как раз автотуризм с инфраструктурой автотуризма будет составлять тот как раз территорий, который даст возможность более пространственно подойти к освоению субъектов и муниципального образования, вовлечь эти территории в развитие туризма. То есть можно сказать, что у автотуризма есть вот такой какая-то приоритетная задача. Да? Он, благодаря своим достаточно высоким требованиям к организации инфраструктуры, как общая, специализированная, действительно создает предпосылки для развития и других направлений административной деятельности. И, безусловно, поскольку я представляю образовательное учреждение, хочу отметить, что любое направление туристов, давайте поаплодируем. Большое спасибо, Наталья Владимировна. Мы, к счастью, к сожалению, выбиваемся из графика. Беседа действительно очень интересная, но вы здесь правильные мысли занесли в наше сообщество. Действительно, в транспортной стратегии России нет ни одного слова про автотуризм. Давайте, коллеги, ну, по итогам нашего мероприятия направим предложение Министерства транспорта, чтобы в транспортной стратегии 2030 года появилось направление автотуризма, потому что этого нет. А когда нет этой транспортной стратегии, собственно говоря, мы можем это прописать в туризме, но если это транспорту не надо, то будет двигаться очень сложно. Ирина Ибрагимовна представляет. Давайте сейчас поприветствуем. Со второй попытки, надеюсь, получится.